Всем привет. Решил замутить, короче, буржуйку себе в гараж с дисков. Ну, валялись старые в гараже диски, короче. Вот сейчас делаю такую буржуйку. Видел в интернете кучу. Короче, тут вырезается вся эта штука с дисков, середина. Вот так вот три диска к ряду. Получается, я сварю. Тут будут двери, там сзади... Тоже стенка закроется, будет труба выхлопная уходить. На нож колосниковая решетка и поддувало. Чтобы можно было вытрушивать пепел, потому что диск внутри он такой рифленый, чтобы можно было пепел удобно высовывать, короче. Сделать такую штуку. Поленился ехать, короче, на вулканизацию, бортировать колеса. Пришлось, короче, обрезать. Ну, у меня собранные были все колеса. Ну, короче, вот это стрельнуло, хотя протектор, блядь, почти новый, жалко, сука. Полез корт, все, в мусорник. И эти два тоже. Получается, три диска, вон у меня еще четвертый есть. Ну, четвертый диск, это у меня подставка под елку, короче, тоже сварганила быструю руку. Диск нашел жигулевский трубину, приварил, елку вставил, Новый год прошел, елку выкинул. Эта херня осталась, не знаю, может еще пойдет тоже вот сюда. Четвертым диском будет на буржуйку. Что еще хочу показать. Короче, пацаны, смотрите. Вот эта херня, вот здесь вот, находится вот так приварена. То есть, ну, отсюда резать, как бы, я не знаю, может будет неудобно, кому как. Я лично, блядь, резал отсюда. Ну, смотри, сейчас я диск другой возьму. Вот, отсюда. И вот так вот, под самый верх вот этого кругляка, вот так вот, короче, обрезаешь, и получается практически здесь вот ровный рез. Сейчас обрежу еще вот эти три. Два, один обрезал. Еще два обрежу, померю по длине, если что, может, еще вот тот придется. Ну, короче, сейчас посмотрим. Оно будет все, потом включимся. Так, ребята, вырезал я три диска. Вот так вот. Диски, короче, пацаны, блядь, R13, жигулевские, вазовские, обычные диски. Ну, один девяточный был тот. С ним, короче, блядь, пришлось чуть-чуть больше пожариться, потому что... Ну, тут если от дырки до дырки режешь, короче, то тут не от дырки до дырки, а по кругу. И то еще пришлось вот такое кольцо, короче, срезать, потому что было бы некрасиво. Не то, что некрасиво, остался вот тут бортик, а мне эти бортики нахер не надо. Короче, я его срезал, вот так вот спилил. Это. Сейчас, короче, мы вот это все дело свариваем между... Ну, как сварим? Я, короче, поприхватываю сейчас. Потом покажу. И вот у, короче, с четырех дисков решил я делать. Все-таки три поставил, вроде как маловато, не знаю. Для гаража, гараж 42 квадрата, на две машины. С четырех дисков я так прикинул хер к носу, блядь. Что можно, чтобы я бревно нормальное, там хотя бы полметровое мог засовывать бревно. То есть вот такую палку где-то можно, такую метров 50 даже больше, наверное, сантиметров 50, а то я метров 50 даже милю, не то что надо. Да, вот так вот, короче. При этом будет Chicken McNuggets. Сейчас еще, наверное, четвертый диск все-таки вырежу. И на нем потом завалимся. Наверное, вырежу и четвертый диск. Ну, вот это, что подставка была. Это чисто тоже жигулевский. Чисто жигулевский. Будет проще. А подставку под елку в следующем году сделаю. Кто такой уже? Новый год кончился, так что это, в принципе, не страшно. Сейчас тоже вот так, наверное, обрежу его. Ну, чтобы дно было. Хотя можно трубу закрыть, сюда лист приварить, вложить вот сюда лист, прям в каемку и обварить. Хер его знает. Да не, наверное, вырежу даже. Да, да, так лучше будет. Просто вырезать и посвать, хотя бы поприхватывать. Ну, сейчас посмотрим, потому что еще за малым в школу надо ехать. Короче, все, потом включимся. Другой день. Короче, сварил я диски. Вот так вот, 4 к ряду сварил. Вот тут, короче, приварил швеллер. Выдер у меня 12. Линейка померяем. Даже 14. 14 швеллер. Его приварил, короче. Это будет как и под дувалом служить, и в пепел выгружать отсюда буду высыпать. Ну, тогда крышку еще не приварил внутри. Вот так вот, короче. Вот такая печка, короче, у меня получится. Она будет лежа лежать. Ну, лежа лежать. Она будет стоять на ножках. Вот так вот. При варгане. Сейчас приварим вот эту штуку сюда. Потом тут вырежем двери. Топочные будут.
Сзади он тоже уже крышку вырезал. Назад ее при мандюлю заварю. И будем смотреть дальше. Потом вот тут, наверное, труба будет для моего дыма. Все это приварю, потом включимся. Короче, продолжается эпопея моя с буржуйкой. Заварю я так дно, короче, по кругу прошел. Ну, дно, это задняя часть, это не дно будет, задняя часть. Сейчас будем работать с передком. Вот эту крышку. Заварим крышку. Вот эту. Короче, планы сегодня запереварить вот эту часть. Сделать крышку вот сюда. На поддувало. И тут вырезать в топке дверки. Вырезать дверки. Хотя бы поприваривать полосу. Подготовить. Может, и двери приварим. Посмотрим. Короче, планы как у Гитлера. Потом включимся. Короче, на сегодня все. Задолбался я. Вот что получилось. Вот такой проем, короче, будет. Ну, в топку будем загружать. Вот это будет поддувало. И отсюда уже буду чистить пепел, всякую херню выметать. Сюда дверки потом сделаю. О, наверное, с другого куска вырежу. Вот так будет дверь открываться. Короче, вот эти ножки приварил. Старая кровать, короче. Ну, потом выставлю, когда я уже поставлю. Трубу еще осталось варить. Вот уже печка почти готова. Доделал я буржуйку. Получилась вот такая дверь тут. Тут поддувало. Трубу временно кинул, испытываю, пока диски обгорают краска. Ну, дым есть, но и трубы тут, конечно, 2 метра. И хотя бы метров 4 надо. Внутри все горит. Трубу колосник надо еще, наверное, сделать. Все-таки, потому что колосника нету. Надо будет сделать колосник. Вот так. Тут просто дверки, мол, закрыть. Закрыл, поддувал это и все. Надо приоткрыть. Так что. Ну, короче, тепло дает, конечно, конкретно. Я сижу на улице. Жар от нее, блядь. Ну так уже рукой, блядь, не удержишь. Жека тот. А так внутри горение, конечно, идет капитальное. Надо будет вот тут еще приварить вот такую штуку, чтобы держала вот эту фигню, чтобы чик можно было открывать. А то когда это, что-то я не подумал, когда делал, что оно так не открывается. Во, значит. Ну не хватает трубы, поэтому сюда пыхает. Надо высоту, короче, и колосники там положить, чтобы воздух проходил холодный по всему. По всей буржуйке, тогда будет дело. А так дело не будет. Ну, в принципе, сейчас надо, чтобы оно горела краска. Буду потом красить термостойкой эмалью. Чтобы вот эта дисков краска сгорела, короче. Ну, а так что работает. Жара от нее, конечно, слишком жесткая.